Здравствуйте, глубоко уважаемые любители планерного спорта. Посмотрите, как летают сказочные долбоящуры. Есть вопрос. А что делать? Домой-то надо лететь? Посмотрите, что сзади осталось. Такая чупа. Та-та-ра-там. Та-та-ра-та-та-р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 а
Только что была настоящая боевая молния. Да. Денег мой в нулях фигачит. Ба-бам-парапам. Высоту мы не теряем. Пролетели мы 1008 километров. Но сейчас ТР-лучик еще сделаем. Судя по тому, как мы хорошо идем, мы под базой. У нас прилетит 2600 метров при приходе. А, нет, 1200 вообще. Сейчас мы еще и дунем. Та-та-ра-та. Вот как это выглядит. Слева дождь. И справа дождь. И сзади дождь. Мы сегодня слетали в пустыню Калахари на самую страшную дистанцию, которую только может быть, на которую я летал. Было 330 километров было от дома. Это пустыня, где жизни нет. Если там сядешь, все, я ку-ку, а у нас с собой пол-литра воды на двоих. Та-та-ра-та-та-ра-та. И мы домой летим. Посмотрите, какие космочки. Па-па-па-пам. Та-бара-бара-бам. Как повезло, что у нас тут дырочка между двух гроз есть. В эту дырочку мы, смотрите, у меня план. Выскакиваем на ветреную часть грозы. И сейчас до нее как дунем. Аж дым пойдет. Сейчас высоту-то не теряем. Видите, нули. Все в нулях. Ах, красота. Вот люблю я такие всякие эксперименты. Самое главное, что как технично прошли, а? Копай, Лать, скажи что-нибудь позитивное. А? Ну, супер. Та-та-та-та-та. А там, видите, солнышко еще. И времени-то еще полно. Мы еще километров 150 дунем. О, плюсы идут. Прям супер. Прям супер. А, вот так вот. Ну, на самом деле, что я могу вам сказать? Грозу летать нехорошо. Может быть, молния. Она может стукнуть в планер. И, в общем, будет дамба. Поэтому никогда не летайте в грозу. А если летаете, то осторожно. Как вы? Смотрите, как вы остановитесь. Посмотрите на эти кадры. Вот мы под всей тучей уже прошли. Сейчас будет зона подъема достаточно энергичного. Нам будет подниматься-то уже некуда. У нас ёпс туда. У нас вот 5 километров. Слушай, а мы в запретку не улетим? А, не, не улетим, мы параллельно идем, нормально. Во. И у нас сплошной подъем. Еще 5 километров еще прет. Во. Давай-ка, до 120 сбрасывай, 120. Посмотрите, какие все-таки потрясные виды. Еще не вечер, мы еще зажжем. Мы еще продолжим. На этой оптимистичной ноте аривар, глубоко уважаемые любители планерного спорта. Да? Или вы хотите еще посмотреть? Ну ладно, чуть-чуть посмотрите еще. Дай-ка я попилотирую чуть-чуть. Бара-ба-ба-ба, бара-бау, ба-ба-ба-ба-ба-бам. Трам, где-то там наш аэродром. Аэродром наш, да-да-дам. А давайте я один прыжочек я сделаю быстренько. Посмотрите, как красиво. А, откуда мы прилетели? Да-да-да-да-да. Вот с того света. Видите, был свет, можно сказать, в конце тоннеля. Та-та-ра-та-там. Вот откуда мы пролетели. Пролетели под этой страшной тучей. Надо еще решиться было на такое. А мы решились. И оказались выигрыши, потому что пролетели. Ну и было понятно, что пролетим. Вот 5 километров, когда у вас, как можно не пролететь? А сейчас мы сделаем еще лучик вдоль этой облачной системы. Летаем еще километров 100. Все, я вам все показал. Аривар, уважаемый любитель планерного спорта, забираю управление.